В городе над Бугом прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой». Именно она 10 лет назад прижилась и стала традиционной. С каждым годом такая по-настоящему душевная акция отворяет оконце в душе для большинства собравшихся в зале родителей и детей, которым нелегко приходится в жизни. Болезни, трудности, материальные, психологические, и дает уверенность в том, что в этом мире человек не один, что есть те, кто в трудные периоды может помочь, поддержать, оказать помощь. В канун новогодних праздников, в декабре, в январе в нашей стране проводится много различных мероприятий. И это акция «Наши дети», и акция «От всей души». И у нас уже традиционным в московском районе стала также акция «От сердца к сердцу добротой». Да? Потому что, наверное, принято на Новый год дарить подарки, приходить к людям с теплом. И поэтому эта акция как раз она направлена на то, чтобы помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, семьям, которые оказались в тяжелой ситуации. И благодаря, скажем, предприятиям Московского района города Бреста мы тоже немножко приносим тепло в эти семьи, даря им определенные знаки внимания. Да? И эта акция как раз направлена на то, чтобы помочь и показать о том, что помнят о них, не забывают и стараются тоже помочь. И наши предприятия, ведь не только это разовая акция, которая проходит именно только сегодня. Да? Ведь в течение года различным категориям граждан многие предприятия Московского района оказывают посильную помощь. Когда-то уже давно, в августе 2011-го, был создан попечительский совет территориального центра социальной защиты населения Московского района. И с тех пор он работает, не останавливаясь ни на секунду, творя добро и благо. Рождественская акция «От сердца к сердцу с добротой» – это одно из тех больших совместных мероприятий, своеобразное триединство. Центр соцзащиты, администрация, руководители предприятий. Дети – это главное, наверное, семьи, которые оказались, судьба их так распорядилась, не очень комфортно, не очень удачно. Они с этим борются, они это хотят, они все делают ради детей, ради семьи. И нам, руководителям, нам, коллективу предприятия, очень важно сделать добрый шаг, помочь им каким-то образом, добрым словом, материально. И поэтому мы, конечно, максимально выполняем все просьбы руководителей попечительского совета, воспитателей, делаем комфортные условия для того, чтобы, ну, наверное, они чувствовали себя тоже в такой же высокой степени, как и все остальные люди, живущие в нашей стране. Ежегодно в этой акции принимают участие порядка 70-80 семей, и этот год не стал исключением. Очень важно не оставлять без внимания людей, особенно в эти волшебные новогодние, рождественские праздники, без внимания и без оказания той поддержки, которую мы можем на сегодняшний день им предоставить. Традиционно в рамках акции «От сердца к сердцу с добротой» на базе средней школы номер 15 прошел настоящий праздник, где каждый участник мог получить не только свою порцию радости и счастья, но и подарок. Внучек Елену Леонидовну. Праздничные новогодние и рождественские мероприятия подошли к концу, однако эмоции от них у мальчишек, девчонок и их родителей будут еще долго радовать и греть душу. У нас при рождении психоневрологическое заболевание, и мы, собственно говоря, ей же 28 лет вот будет этой весной. И мы все эти годы, собственно, дружно вот посещаем сначала центр Веду до 18 лет, ну а сейчас территориальный центр. Ходим, активно участвуем в всевозможных мероприятиях. Мы не чувствуем себя одинокими. Девочке очень нравится посещать такие мероприятия, она чувствует праздник. Вот она буквально целый год ждет, казалось бы, она понимает, что вот Новый год – это ощущение праздника. Ощущение какой-то такой дружеской атмосферы, такой теплой, что ли. Ну, я еще раз повторюсь, праздничной. Эта акция очень хорошая, «От сердца к сердцу» проходит. Мы второй год уже на ней присутствуем. Очень красиво все, концерт. Спасибо им огромное. Мы не одиноки, нам помощь большая идет именно в общении. Ребенок дома – это одно. Хотя у нас там есть с кем общаться, много, большая семья, но все равно там и помощь. Сегодня попечительскому совету есть чем гордиться. Его представители продолжают поддерживать эту традицию уже много лет. И во главу угла не ставятся вопросы количества выделенных средств. В этом деле важную роль играет участие, ведь из капель добра можно и океан милосердия собрать.